В начале ноября 2017 года у нас состоялась премьера детской оперы «Терем-теремок» композитора польского. Эта опера написана по мотивам русской народной сказки в обработке Маршака. И это опера для самых-самых маленьких зрителей. Несмотря на то, что это сказка, несмотря на то, что эта опера принято считать детской оперой, на самом деле композитор польский написал полноценную оперу, которая требует очень серьезной вокальной подготовки, требует профессиональных голосов и профессионального актерского подхода к ролям. У нас здесь в этой опере заняты ведущие артисты театра оперы и балета. Дирижер Аркадий Борисович Шур сделал прекрасную оркестровку. Работает практически весь оркестр симфонический в полном составе. Ну и художник Сергей Викторович Болдырев оформил нам всю эту нашу сказку. Ну, поскольку музыка несет в себе состав, такой элемент фольклора русского, мы решили, что декорация должна отражать содержание, музыкальное содержание этой сказки. И, конечно же, постарался главный художник театра Сергей Викторович Болдырев оформить сцену в духе русского народного зодчества. Ну и мы надеемся очень, что в новогодние дни, в дни каникул новогодних, зритель, маленький зритель, самый маленький зритель, познакомится через эту оперу с нашим театром, увидит прекрасную сказку, динамичную сказку. Ну и с этого момента начнется знакомство детей, ребенка с музыкальным театром, Саратовским академическим театром оперы и балета.